прошу всех встать. Воспользовавшись отсутствием в квартире близких лиц, подыскала в квартире веревку на ее конце, которая провела на далее приводный конец веревки к перекладине на стенного спортивного тренажера под тяжестью собственного тела, переходила с ног в дыхательные органы дыхания, чего наступила ее смерть. Таким образом, своим действием Матвейчук Ольга Владимировна совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации, где ее записали до самоубийства. Признаете ли вы вину совершения указанных преступлений? Нет. Она не виновна. На основании материалов уголовного дела. Хорошо, изучим. И пытаются делать козлоотпущение. Чужого подошли ко мне. Как чужого? Есть закон о СМИ. Закрылись. Я договорился с судьей. Сумасшедший, кто для меня накопал. Руки трясутся. Вернемся к нашей дорожке. Все? Закончили слова? Делали козлоотпущение. Молчание, кстати, самый честный ответ. СМИ, значит, независимые не пускают. А вот зависимые, пожалуйста. Фильтр на правду. Самый громкий голос. В зале мест нету. Отлично. Сейчас разберусь. Всех своих запустили. Мест нету больше. Открытое заседание прошли люди, которые прошли. Теперь никто не будет открывать. Вот записи. Вот записи. Нет, будут закрыты. Вот все туда, в ту сторону, особенно свидетели. Вот цирк, цирк. Выгоняют. Выходим из здания. Выгоняют прям насильно, прям руками силы толкают. Убрали руки! Сила. Толкают. Ваше указанное период времени осознал. Эти все 5 лет я меня унижали, оскорбляли. Меня унижали, оскорбляли. Скоро создала, потому что это невыносимо. Условия труда. Тебя давят морально, психологически, унижают, прилюдно. Чем довела последнее взрослое убийство при следующих обстоятельствах? Приходили на работу, руки тряслись, ноги тряслись. Так у него состояние, он, у него все весь трясется, руки холодные. Держись, правое дело, дело. Какой-то некий такой страх, психологическое давление было постоянное. Ой, прошу прощения. Коллективное, можно сказать, давление со стороны администрации. На чем строится защита? На истине. Здесь у нас все схвачено. Там все в доле. В итоге 2 суицида. Имеются 3 причины. Здесь суд. Я все понимаю. Но суд. Суд публично и открыто.